Тоже не могу. А также Академический медведь. Вот так посмотреть. Привет, друзьяшки-лубашки, меня зовут Лавиния, и сегодня я играю в игру Play Together. Это обзор на новый пас. Это у нас арфа, академический сезон, вот такой вот музыкальный, походу. Ну что, давайте начнем. Фиолетовая в виде луны, арфа. Ну, оцениваете, играли бы на такой? Я думаю, да, она прям прикольная и VIP. Слушайте, очень красивая прям. Мне нравится. Следующий это академический берет. Я так полагаю, это входит в школьную форму. Ну, как, в академическую форму. Тут значок арфы, вот такая-то она фиолетовая. Слушайте, очень мило, очень круто. Также есть причесненька у нас новая. Сама она белая такая, статичная, с фиолетовым бантиком. Мне нравится, там один хвостик, а так волосы распущены. И челочка есть. Крутяк. Вот, академическая униформа. Вот я думаю, униформа обязательная прям в академии. Прикольно, слушайте. Такое голубое, фиолетовое с галстучком. Нормальненько, нормальненько. А вот. Есть еще бутсы, ботиночки есть. Какие они у нас? У нас они тоже VIP, а они фиолетовые. Прикольно. Мне все нравится в этом пасе. Этот пас прям такой фиолетовый, спокойненький, красивый. А что это такое? Что-то большое, ребята. Я вижу что-то большое. Luxury. А, это в саду. В общем, ставите вот это все и любуетесь. Ну, красиво, спасибо, хорошо. Luxury поставим, обязательно посмотрим. Фонтанчик также есть. Да, вы посмотрите, Luxury тоже фонтан. И там три зайчика с книжками, или что они читают, ребят. Прикольно. Мне нравится. А, еще. О, другая арфа. Moonlight арфа. Полуночная арфа. Что? Ну, прикольно, тоже две арфы уже есть. VIP. Sky Swing. Качели, что ли? Походу. Если ты любишь наслаждаться, ну, короче, это для тебя. Все, кайф, спасибо. А, ух ты, даже есть обои, представляете? Обои такие облачные. Сегодня у нас ясно, пасмурно, облачно, ребят. Спасибо, спасибо, Luxury. Обязательно прочекаем. Luxury's Box, он у нас в бесплатном пассе. Давайте посмотрим, что в нем. 105 монеток. Luxury ванна. Опа, какой-то кубик. Ух ты. И стульчик. Стульчик прям эстетичный. Результат. А также Академический медведь. Вот так посмотрите. Он типа объясняет, как играть. Такой прям слушает музыку закрытыми глазами, ну прикольно. Он тоже пополнит мою армию медведей. Вип, спасибо, спасибо. Ну что, сейчас это все вам покажу. Опа, ребят, смотрите, какой у меня крутой наряд. Я прям готова уже в эту академию пойти учиться. Ждите меня. А еще что? Смотрите, что тут очень прикольное. В общем, вот это для сада. Здесь звезда, которая светится. Ну просто, наверное, тут кого-то принимают. Мне очень нравится это. Тут еще розочки фиолетовые, розовые. Ну, видимо. Прикольно. Прикольно, очень круто. Немножко поломано, но я думаю, так задумано. Фонтанчик, три зайчика. И вот, он может лить, а может просто быть. Просто лить, просто быть. Ну, я думаю, так красивее. А также есть качели. Я была права, это все-таки качели. Меня не подводит мой английский. Просто посмотрите, какие прикольные. На них раскачиваться вроде нельзя. Вот, нельзя, я пытаюсь, но нельзя. Арфа. Опа. Я типа на ней играю. Слышите музыку? Такая приятная, прикольная. Я вот сидела, думала, где вторая арфа, которую дали. Типа думаю, почему ее нету в мебели. А потом только поняла то, что одна для дома, а другая тут, в рюкзаке. И знаете, что еще? Оказывается, это арфа, чтобы на ней ездить. Поэтому мы, видимо, с вами пойдем на улицу, будем там ездить. А также, смотрите, я решила поставить в комнате, которую я вижу, эти самые обои. Просто смотрите, какие прикольные. А сейчас погнали на улицу. Так, мне говорят, что на той локации не могу. Может, смогу на дороге? Тоже не могу. Что ж, видно, не судьба. Я пыталась на дороге, пыталась там. Пыталась в доме, но в доме ехать, летать непонятно, видимо. Ну что ж, пишите, кто знает как. А на этом наш обзор подошел к концу. Всех люблю, всем пока-пока.